Насладиться красивыми природными пейзажами и чистым воздухом, познакомиться с самобытным колоритом Карачаева-Черкесии, охладиться в летнюю жару и погрузиться в сказочную атмосферу. С этой целью приезжают туристы на медовые водопады. Из Малокарачаевского района Дарья Тендит. В горном ущелье в окружении пещер, отвесных скал и цветущих лугов разместились медовые водопады. Свое название завораживающее место получило благодаря старинному преданию. Раньше здесь гнездились пчелы, летом соты размывало, по скалам стекали струи меда, и вода становилась сладкой. Радужные брызги водопадов завораживают взгляд и целебным образом воздействуют на организм. Сегодня это излюбленное место ценителей захватывающих дух пейзажей из разных уголков России. Первым делом приехали на медовые водопады. Здесь, конечно, красота до мурашек. Очень красиво, зелено. Пейзажи и, конечно, Кавказ завораживает своими горами, поэтому нас манили горы. У вдоволь нагулявшихся и насладившихся природными красотами есть отличная возможность сменить обстановку и заодно расширить кругозор, заглянув в расположенный рядом маленький этномузей. В нем собраны интересные экспонаты, которые знакомят с историей и бытом карачаевского народа. Старинные фотографии, предметы обихода, национальные костюмы, ремесленные изделия из кожи и металла – многим из них больше века. Прикоснувшиеся к истории туристы оставляют отметки и приятные пожелания. Люди, которые приезжают и отдыхают, не только просто чисто физический отдых. И вот познавательная часть, сегменты отдыха сейчас очень превалируют. Большинство все довольны. И я думаю, что вот наше кавказское гостеприимство, еда экологически чистая, активный отдых – все это вот в сумме дает хороший результат. Рядом с музеем маленький зоопарк. В аккуратных загончиках обитают различные животные. Они ухоженные, здоровые. Их можно потрогать и покормить специальным кормом, что и делают отдыхающие с большой охотой. Были в музее, кормили барашков, смотрели на антикварные вещи. Все нам понравилось, все здорово. Чудесный воздух, чудесная атмосфера, замечательные люди, очень довольны. Раньше тут порхали пчелы, а теперь гуляют туристы и наслаждаются живописными видами нашей республики. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.